mēs sāksim tēmu, kas ir aizlūkšana. Прежде чем мы начнём тему, что такое ходатайственная молитва? Jā. Mēs parunāsim nedaudz par tādiem sīkumiem, kas ir saistīti ar lūkšanu. Мы поговорим немного о таких мелочах, которые связаны с молитвой. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka lūkšana. Во-первых, надо понимать, что молитва. Un lūdzējs, kas lūdz. И молитвенник, который молится. Tā ir atbildība. Это ответственность. Un tev tā atbildība ir jāuzņemās. И эту ответственность тебе надо понести. Вот mums tagad, nu, es mācu jau, teiksim, jaunekļus un jaunekļi māca bērnus. Вот я учу юношей, и юноши учат детей. Un es redzu. И я вижу. Ja jauneklis ir atvainojos, nu tāds bišķīt neaptēsts. И если юноша такой немного не формированный. Jā. Tad viņam ir problēmas. То у него проблема. Mans uzdevums ir. Моя задача. Iemācīt jaunekli. Научить юношу. Un jauneklim uzdevums ir. И задача юноши. Tieši tāpat iemācīt bērnu. Также научить ребёнка. Virzīt vienā virzienā. Направлять в одном направлении. Es jau kuro reizi redzu. И я уже который раз вижу. Un gribu pateikt bērns. И хочу сказать, ребёнок, kuram nav atbildības, у которого нет ответственности, viņš var visu dienu klusēt, он может весь день молчать, un vakarā uzrakstīt, и вечером написать. Es šodien nevaru atnākt uz mācībām, man tur kišmiš ar rozīnēm galvā. Я не могу сегодня прийти на учение, потому что у меня в голове кишмиш и изюм в голове. Jā, un es neko nevaru, davai atliekam. И я ничего не могу, давай отложим. Man kā tēvam, мне как отцу, ja viņš nav morgā, если он не в морге, vai intensīvajā palātā, или в интенсивной палате, tas nozīmē to, ka viņš var atlikt savus kišmiša rozīnēm. Это означает то, что он может отложить свои кишмиши с изюмом. Un viņš var darīt tas, kas ir jādara. И он может делать то, что ему нужно делать. Bērnam, kuram nav atbildības. У ребёнка, у которого нету ответственности. Viņam ir vienalga, kāds atpīk, šodien vai nākošreiz. Ну, всё равно, какая разница, вы сегодня или в следующий раз. Viņš tālāk pat degunu neredz. Он дальше своего носа не видит. Viņam liekas, tad viņa problēma ir pati lielākā. Ему кажется, что его проблема самая великая. Un tu te ar savām mācībām vēl uzkūlies uz galvas. А тут ты ещё со своим учением мне на голову. Saprotu. Jauneklis. Юноша. Kurš vēl nav nostabilizējies. Который ещё не стабилизировался. Kurš nezin, kad tas ir, kad mācības, tas ir jā un āmen. Который не знает, что учение это да и аминь. Tas uzreiz zvan tēvam. Он сразу звонит отцу. Un stāst to problēmu, nev klausies viņam tur tas un šitas. И рассказывает проблему того человека, он и рассказывает, что у него там то и другое. Un viņš saka, ну, saprot, ну, viņš jau tāpat nevar. Ну, ты понимаешь, он не может. Tādam jauneklim arī vēl ir ķīseles smadzenēs. И у такого юноши также ещё и кисель в мозгах. Viņš nesaprot, ka viņš jau priekš tā ir tur nolikts. Он не понимает, что он для того и поставлен там. Lai kādas nebūtu situācijas. Чтобы какие бы не были ситуации. Tev ir jāvērš viņa ceļš uz mācību, kas ir jāiziet. Тебе надо направлять его путь на учение, которое исходит. Pat ja viņam ir кишмиш ar rozīnēm galvā. Даже если у него в голове кишмиш с изюмом. Tev ir jāpasaka, davai es izlasīšu to priekšā. Tev nužno сказать, давай я прочитаю тебе это. Viņš saka, es neatcerēšos. Он скажет тебе, я не вспомню. Kāda starpība, давай es izlasīšu tev. Mums ir jāiet cauri un cauri. Давай я прочитаю. Un tu viņu lēnā garā novirzi uz turien, kur tev ir jāiet. И ты его медленно направляешь туда, куда нужно идти. Nu viņš tu, ka paklausies viņu. А не то, что ты там, и как послушаешь. Твоя паша маусис новец. И у тебя самого уши опустились. Он говорил, по своим подумал. А как еще по себя подумаешь? А весь под дзилот не греба. То вообще жить не хочется. Мус утром, яунеклс и тас. Юноша это такой человек. Кас бэрну нема из рокас, ум вед се у вэлома вирзиена. Который берет ребенка за руку и ведет в желаемом направлении. Ir niķīgs bērns, kas bļauj kliedz ārdās. Есть капризный ребёнок, который кричит, ругается, там ведёт себя плохо. Ну, protams, ka, ну,
Mīļā, mīļā, labi, atstāj viņu, lai viņš tur pabļauj. Конечно, легче его оставить, пускай он там. Viņu vajag atstāvīt, viņu vajag atstāvīt, nu, его нужно оставить. Его надо оставить? Jā, nu kādi jēgi no to, viņš bļauj tur visu laiku. Ну, какой смысл, если он там все время кричит? Bet ja ar viņu var mierīgi parunāt. Ну, если с ним можно спокойно поговорить. Viņš ir jāvirz tik un tā, tenī ceļā, kur mums ir jāiet. Его нужно направить так или иначе, на тот путь, на котором нам надо идти. Un tā, kad beidzās saruna. И когда закончится разговор. Tad var lēnām, nu, stundi, tad var lēnām parunāt ar viņu. Tad можно будет поговорить с ним. Kas ir kas? Что есть что? Mums tas ir vienkārši jāiemācās. Нам надо просто этому научиться. Un tās ir triādes. И это триады. Mēs kaut kad apakaļ teicām, kuram pa triādiem vajadzētu piestrādāt. И мы тут недавно говорили, кому надо поговорить. Mums ir viens cilvēks, kuram vajag piestrādāt. Если один человек, с которым надо поработать. Tad es saprotu, ka mums ar viņu arī vajag rītīgi piestrādāt, lai viņš piestrādāt pie tā, pie kā viņam ir jāpiestrādāt. Только я понимаю, что нам самим надо с ним поработать, чтобы тот поработал с тем, с кому ему надо поработать. И все поработайте и сказали поработать. Я? Окей. Тапец, мумс ир цейш. Поэтому у нас есть путь. Так я думаю, что этот вариант. Теперь представь такой вариант. То есть школа. Ты в школе. Tavs bērns aiziet uz skolu. Tu ребёнок пошёл в школу. Visu vakaru ir daudzies ārā. Весь вечер он там гулял. Neizmācījās. Не выучился. Sākoja skolā, skolotāji var atlikt savu mācību uz nedēļu apakaļ. Пришёл к учительнице и спросил, да? Nē. Viņš daudzījās un neizmācījās. И не выучился. Viņš atnāca uz skolu. Он пришел в школу. Vai skolotāji var atlikt tēmu, kas ir domāta visai klasei, uz nedēļu atpakaļ? Может ли учительница отложить тему, которая была неделю назад? Var? Может. Kāpēc tu vari? Почему ты можешь? Tas, kurš māc. Тот, кто учится. Ja mums ir kāds, viņš paliek uz otru gadu. Если есть кто-то такой, он остается на второй год. Tev ir jāmācās, ja tu esi skolotājs. Тебе надо научиться, если ты учитель. Tev ir jābūt stingram savos uzskatos. Тебе надо быть строгим в своих взглядах. Vai viņš bļauj? Или он кричит? Skolnieks. Ученик. Vai viņš saka, ka viņš nevar atcerēties? Или он говорит, что он не помнит? Vai ko? Или еще что-то. Tev stundu ir jānovada. Тебе нужно провести этот урок. Viņam vienkārši ir jānova. Tas ir vēl zināšana. Просто нужно провести. Tādā veidā mēs iemācīsimies būt patstāvīgi. Таким образом мы научимся быть постоянными. Ko Bībelē rakstīts? Bībelē написано. Ja mūsu taisnība. Если наша праведность. Ir sliktāka par tiem, kas ir ārpusē. Она хуже, чем у тех, кто на улице. Tad ar mums ir cauri. То с нами плохо всё. Mums ir jāmācās būt stingriem savos uzskatos. Нам надо учиться быть строгими в своих взглядах. Un šeit nav runa, ka tu esi dusmīgs. И здесь не идет речь, что ты должен быть злым. Vai despots. Или деспотом. Tev ir jābūt mērķiecīgam. Тебе надо быть целеустремленным. Ja tev ir jāiziet līdz tam galam, ka reiz nedēļā jānovadot stunda. Если тебе нужно дойти до конца, тебе нужно раз в месяц провести урок. Tev ir jābūt nostājai. У тебя должна быть позиция. Tam tā ir jābūt un viss. Вот должна быть и все. Tāpēc, ka Dievs arī mums iedeva, kāpēc to darīt. Потому что Бог, зачем он нам дал это делать? Viņš audzē to cilvēku. Он воспитывает этого человека. Tāpēc, skaties, kur ir labā sliktā ziņa, ka mēs viņu atstājam un neizdaram. А теперь в чем есть, в чем плохо, что мы его оставили и не сделали? Pirmam kādam cilvēkam ir stresa situācija. Например, у какого-то человека стрессовая ситуация. Viņš nevar koncentrēties un tik tālāk. И он не может сконцентрироваться и далее продвинуться. Viņš ir noskaņots uz negatīvo. И он, у него негатив, он настроен на негатив. Es nevaru. Я не могу. Man nesanāks. Мне не получится. Man tas šitas. У меня... Es to nevaru, es šito nevaru. Это не могу, то не могу. Tā dzīvo pasaulē. Так живет мир. Mūsu uzdevums. Наша задача. Apstādināt viņu. Остановить его. Lai viņš bišķīt nomierinās. Чтобы он немного успокоился. Un pateikt, ka tu vari. И сказать, что ты можешь. Un novirzīt viņu savā virzienā. И направить его в своем направлении. Kāpēc? Почему? Viņš tiks pār stresam. Он преодолеет стресс. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Один раз, второй, третий раз. Un viņš kļūst stingrs. И он станет твердым. Pret ārējiem apstākļiem. По отношению к внешним обстоятельствам. Nekas viņu nevarēs izsist no sliedēm. И ничто из него не сможет выбить.
Tāpēc, ka viņš būs iemācīts. Потому что он будет научен. Paņemt sev rokās. Взять себя в руки. Un iziet cauri tai situācijai. И пройти через эту ситуацию. Vienreiz varbūt viņš daudz ko neatcerēsies. Сначала он может быть немного что не вспомнит. Bet pēc kāda laika. Но через какое-то время. Neskatoties uz situācijām. Несмотря на ситуацию. Viņš kļūs stabils. Он станет стабильным. Un patstāvīgs. И постоянным. Tāpēc tas nozīmē to, ka skolotājs. Поэтому это означает, что учитель. Viņam pašam ir jābūt stabilam un pastāvīgam. Ему надо самому быть стабильным и постоянным. Tad, kad negribas darīt. Когда не хочется делать. Viņam sevi ir jāpiespiež nedaudz to izdarīt. Ему себя нужно заставить себя это сделать. Tas norūda iekšējo cilvēku. Это закаляет внутреннего человека. Pēc sevis saku. По себе говорю. Es biju nepastāvīgs. Я был непостоянный. Bet man Dievs iemācīja. Но Бог меня научил. Un es redzu, ka tam ir, nu, augļi. И я вижу, что у этого есть плоды. Mēs no pasaules visi nākam nepastāvīgi. Мы из мира все приходим непостоянные. Stūrgalvīgi. Упрямые. Negribam kaut ko darīt. Не хотим что-то делать. Tad Dievam nākās mums mainīt. То Богу приходится нас менять. Caur mūsu mācītājiem un līderiem. Через наших пасторов и лидеров. Tāpēc mums jābūt stingriem. Поэтому нам надо быть строгими, твердыми. Un tā ir mīlestība. И это любовь. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka ja tu tāds, nu, pārgalīgs esi bijis visu laiku. Если ты такой pārgalīgs, ну, какой-то не такой. Не такой. Совсем не дружит с головой. Ну, тāds, ну. Такой, ну, немножко не такой. Ну, как ты себе pārgalīgs? Ну, непоклausīgs pārgalīgs. Непослушный. Jā. Vienmēr darīja, kā gribēja. Сам себя на уме, всегда хотел, как, делал, как хотел. Jā, tad draudzē tev tā paņems tā. То в церкви тебя так возьмут, так и. Un novirzīs tur, kur vajag. И направят тебя туда, куда надо. Un tas pēc kādu laika. И это через какое-то время. Izdarīs tev labu. Будет тебе во благо. Tāpēc, ka neskatoties uz to, vai tā ir draudzē kalpošana. Потому что, несмотря на то, или это церковь служение. Vai tavā darba vietā. Или на твоем рабочем месте. Kaut ko vajag izdarīt to, ko tev tagad negribas. Что нам нужно сделать, то, что тебе сейчас не хочется. Un parasti gribas atlikt uz rītdienu. И обычно хочется отложить на завтра. Tad tu to izdarīsi. То ты это сделаешь. Un pēc tam pats priecāsies. И потом сам будешь радоваться. Ka otrā dienā nav jāiet ārsts labot. Что на второй день не надо будет ошибки исправлять. Saprotiet mani? Понимаете меня? Tas ir ļoti svarīgi. Это очень важно. Un mēs tagad ieejam tādā fāzē. И мы сейчас входим в такую фазу. Mums ir pirmie mācekļi. У нас первые ученики. Kuriem ir jākļūst par jaunekļiem. Которым нужно стать юношами. Un jauneklis ir tas, kurš savā dzīvē ir uzvarējis velnu. И юноша это тот, который в своей жизни победил дьявола. Kurš varēs to mazdiņo iemācīt. И который может обучить этого маленького Бенин. Ребенка. Un tas ir apsveicami. И это приветствуется. Lūk, nu tas tā zināšanai. Это для знаний. Bet mēs par triādēm vēl parunāsim. Ну, мы по триадам еще поговорим. Mums noteikti būs kāds, kas viņus sagatavos. У нас определенно будет тот, кто все приготовит. Jā, ja ne pa labam, tad... Если не по-хорошему. Tad pa labam. То по-хорошему. Jā. Ok, par aizlūkšanām. Про ходатайственные молитвы. Tātad, kas ir aizlūkšana? Что такое ходатайственная молитва? Kas ir aizlūkšana? Что такое ходатайственная? Bieži mēs lietojam vārdu aizlūkšana. Часто мы используем слово ходатайственная молитва. Kā sinonīmu vārdam lūkšana. Как синоним слово молитва. Parastās sarunās var samainīt vienu vārdu ar otru. И в обычных разговорах можно поменять одно слово на другое. Bet tikai ne tajā gadījumā, kad runa iet par tehniskiem terminiem. Но только не в том случае, когда речь идет о технических терминах. Vispār vārds lūkšana nozīmē saruna ar Dievu. Вообще, слово молитва означает разговор с Богом. To mēs visi zinām. Это мы все знаем. Mums visiem ir, nu, katram ir sava personīgā lūkšana ar Dievu. У каждого есть своя личная молитва с Богом. Un tā, kad tu esi ar Dievu tēt na tēt. И когда ты с Богом тет на тет. Tā ir saruna ar Dievu. Это разговор с Богом. Tā ir tava lūkšana. Это твоя молитва. Aizlūkšana. Ir tam, kas lūdz, nonāk pie Dieva. Ходатайственная молитва для того, кто молится. Он приходит к Богу. Он приходит к Богу. Un viņš aizstāv kādu citu. И он защищает кого-то другого. Un tad ir tāds termins, ko tev vajag pierakstīt. И вот сейчас такой термин, который тебе нужно записать. Jebkura aizlūkšana ir lūkšana.
Любая ходатайственная молитва – это молитва. Bet ne katra lūkšana ir aizlūkšana. Но не каждая молитва – это ходатайственная молитва. Un tas ir jāsaprot. Это нужно понять. Un mēs pamēģināsim to terminu tūlītās paskaidrot tuvāk. И мы попробуем этот термин объяснить поближе. Tātad, ja mēs skatāmies no latīņu vārda. Если мы смотрим с латинского. Aizlūkšana, vārds aizlūkšana. Молитва ходат, слово ходатайство. Sastāv no diviem vārdiem. Состоит из двух слов. Starp un iet. Между и идти. Tas ir jāsaprot, starp un iet. Нужно понять, между и идти. Tādā veidā aizlūkšana nozīmē. Таким образом, ходатайство означает. Iet starp. Идти между. Vai, nu, piemēram, ielikt kājas starp durvīm. Или, например, поставить ногу между двери. Lai viņas neaizvarās. Чтобы дверь не закрылась. Un tā, starp, tā sapratne ir, tas ir stāvēt, lai aizstāvētu vot kādu priekšā. И это означает, что это нужно стоять и кого-то защищать вот перед кем. Вот тут постыдьтесь. Вот я ностоял спрежа, он и заистал. Я становлюсь впереди, и я защищаю человека. Tātad, lai es aizstāvētu, чтобы я защищал. Lai es pasargātu, чтобы я охранял. Un lai es pastāvētu līdz galam. Чтобы я стоял до конца. Atvairīt uzbrukumu. Отразить атаку. Lai manam cilvēkam, ko es aizstāvu. Чтобы этот человек, которого я защищаю. Viņam nekas ļauns nenotika. Ему не случилось ничего плохого. Es esmu tas, kas nostājās priekšā. Кто встает за него перед ним. Ну, там, слышь. Viņi ir vainīgi, ja nāk uzbrukums. Es nostājos priekšā, tu neiziesi šitā. Я стою впереди, и ты не пройдешь здесь. Ты никого виням не издаришь. Ты ничего ему не сделаешь. Es pats ar tevi tikšu galā. Я сам с тобой справлюсь. Tā ir aizlūkšana. Вот это ходатайство. Kad tu iestājies par to cilvēku. Когда ты встаешь за этого человека. Tātad. Kungs runā Ezehielu grāmatā. Господь говорит в книге Иезекииля. Šeit būs runa par tautu. Здесь будет речь о народе. Ezehiela 22. Nodaļa 30. Pāns. Ezekiela 22:30. Tas ir jāsaprot, jo tā kā mēs šeit Dievs parādīs to pantu pa visu tautu. Здесь Бог показывает это место писания о всём народе. Bet tauta ir cilvēki. Но народ это люди. Tu esi latviešu tauta. Ты есть латвийский народ. Jo no daudz cilvēkiem sastāv tauta, pareizi? Наш народ состоит из многих людей. Un šeit ir rakstīts. Здесь написано. Жду. Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem. Latvijski rakstīts nostātos. Bet mēs varam iekavās, ja mums jāskatās pēc mūsdienu tulkojumu, ir iestātos par savu tautu. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю. Vēl vienreiz nolasīšu. Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos, iekvās, iestātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā. Un es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet es neatradu nevienu. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Ko tas nozīmē? Что это означает? Mums, ka mēs iestājamies, mēs varam iestāties par visu tautu. Мы можем встать за весь народ. Un tu līdz parādīšu citu ainu. Я сейчас покажу другую картину. Latviešu tauta ir grēkā. Латвийский народ, он в грехе. Mēs, kā latvieši, esam... Мы, как латыши... Pagānu tauta. Языческий народ. Mēs pielūdzam sauli. Мы поклоняемся солнцу. Mēs pielūdzam meža māti. Мы поклоняемся матери леса. Zemes māti. Матери земли. Daugaviņu. Daugaviņu. Pērkona Dievus. Groma, Bog groma. Mums ir latviešu nacionālās zīmes. У нас есть латвийские национальные символы. Kuras mums ir mīļas. Которые у нас... Любимые. Ну, тур, teiksim, uz katras mājas laukos stāv jumis tur un vēl visādīgi zīmes dažādas. Tie znaki stājāt na každam domē.
Tas ir augstzīmes. Это идолопоклоннические Скажите, знаки. Что это значит? Как ты пелудз межа мати. Когда ты поклоняешься матери леса. Piemēram. Например. Ну, бērнем пасакас тас ир. В детских сказках это есть. Mēs varam pielūgt tikai un vienīgi dzīvo Dievu. Мы только можем поклоняться только живому Богу. Tas ir normāli, mēs to saprotam. Это нормально, мы это понимаем. Bet agrāk. Ну, раньше. Mēs lecām pāri pluķim. Мы прыгали через костёр. Через тащили этот цаумс такой, не знаю, пень через пень. Un vēl visādīgas lietas darījām. И еще разные вещи делали. Neapzinoties. Не осознавая. Вот ko nozīmē svinēt Jāņus? Ну, что означает праздновать Лигу? Ну, nav problēma tur Лигу apsveikt vārddienā un tam līdzīgi, ja? Не проблема в день Лигу поздравить и в день с днем имени. Bet no veciem laikiem nākot līdzi. Ну, с древних времен. Tas ir izveidojis kultu. Это произвело культ. Diviem cilvēkiem, Jānim un Līgai. Двум людям, Янису и Лиге. Ko darī? Gāja un dārzus apdziedāja. Что делали? Шли и огороды. Пели, ja, ну, не знаю, над огородами. Lai labāk augtu, tur, teiksim, augļi, ja, vai raža būtu lielā. Чтобы там было больше урожай. Mūsdienās to tā mazāk redz. В наши дни это как-то меньше видно. Agrāk tas bija izteikti vairāk. Раньше это было гораздо больше. Папорт дзед меклэйшану. Папоротники искали. Я буду с нозрины. Что это означает? Тури нетиклиба, секс и висс парьяс лец. Блуд, секс и разные вещи. Мэс то та ненесам гайсма. Мы так это не выносим на свет. Бет агрэк тас бил лёд истрэкт. Но раньше это было очень выражено. Варбу так это анау. Может быть сейчас так нет. Кауган шита лаудс лец нотвек. Хотя вот такие вещи происходят. Alus, ja jūs palasītu Latvijas vēsturi. Если бы вы почитали латвийскую историю. Alus bija maģiskais dzēriens. Pīva bija magiķiskim napitkam. Kuru dzēra cilvēki, lai apreibinātos. Которые пили люди, чтобы быть в опьянении. Un tad tās halucinācijas, kas radās prātā, kad tu sadzeries. И вот эти галлюцинации, которые появлялись в разуме. Viņi uzskatīja, ka Dievi atver tev nākotnes redzējumus. Они воспринимались как от Бога, как видение будущего. Mēs smējamies. Мы смеемся. Bet tā ir rakstīts. Ну так написано. Es pats to lasīju. Я сам читал. Un tas bija piesaistīts pie burvestībām. И это было как колдовство. Es vēl tev kaut ko varu pateikt. Я еще что-то могу тебе сказать. Latviešu pirmās ciltis. Первый род латвийцы, латышей. Viņi upurēja bērnus. Они жертвовали детей. Tas bija sen. Это было давно. Bet tas ir atnācēt līdz mūsdienām. Но сейчас это пришло в наши дни. Tas ir tās muki ietērts. Это сейчас так красиво одето. Līga Jānis, Līgo svinam. Līga Jānis, Līga pilna. Iedzeram maliņu, parunājamies, sanākam kopā. Выпьем пиво, поговорим, собираемся. Visi ir kārtībā. Все в порядке. Bet gars, kas stāv apakšā. Но дух, который стоит за этим. To jau neviens neredz. Этого никто не видит. To jau neviens nestāst. Это никто не рассказывает. Un ja tu piekrīti tai lietai. Если ты соглашаешься с этими вещами. Tas gars automātā ienāk tavā ģimenē. Этот дух автоматически заходит в твою семью. Caur dažādām lietām. Через разные вещи. Tev nevajag obligāti saprast. Тебе не надо понимать. Viņš ir nomaskējies. Он маскируется. Tā ir taisnība. Это правда. Un Dievs skatās uz tautu. И Бог смотрит на народ. Uz pagānu tautu kopsumā. На языческий народ в целом. Un pēc Dieva vārda. И по слову Божьему. Ja tu neesi pieņēmis kungu. Если ты не принял Господа. Ja tu netapsi glābts. Если ты не спасен. Tu tapsi pazudināts. Ты погибаешь. Un ja mēs esam Dievā. Если мы в Боге. Un mēs saprotam, ka mēs esam glābti. И мы понимаем, что мы спасены. Tā pirmā mana sirds vēlme. То первое мое желание сердца. Ir iestāties par savu tautu. Stāt za svoj narod. Dievs viņu grib likvidēt pēc vārda. По слову хочет ликвидировать его. А то aizlūkšanā iestājies. А ты в ходатайстве встаешь. Vai tu lasīji, ka Mozus darīja tieši tā patās? Читал ли ты, что Моисей делал точно так же? Kad tauta nokaitināja Dievu. Когда народ раздражал Бога. Dievs gribēja viņus iznīcināt. Бог хотел их уничтожить. Un gribēja no viņa viena Mozes jaunu dzimumu radīt. И
хотел от Моисея создать новый род. Jaunu tautu. Новый народ. Ko darīja Mozes? И что делал Моисей? Mozes nostājās pret viņu, teica, Dievs iznīcina man arī. И Моисей вставал и говорил Богу, Бог, уничтожь меня тоже. Jo tautas mūs apsmies. Потому что народ нас будет осмеивать. Tu izved mūs no Ēģiptes zemes. Ты вывел нас из египетской земли. Lai nogalinātu. Чтобы убить. Un Dievam, rakstīts, Dievam bija žēl, ka viņš tā pateica. И Богу было жаль, что он так говорил. Viņš nožēloja. И он покаялся. Un viņš atstāja tautu dzīvu. И он оставил народ живым. Šodien aizlūkšana. Сегодня ходатайство. Твое ходатайство. Не tikai par saviem radiniem. Не только за твоих родственников. Bet arī par cilvēkiem, kas ir ārpusē. А также за людей, которые на улице. Tu kā Mozes iestājies par savu tautu. Ты как Моисей стоишь за свой народ. Un tā ir aizlūkšana. Вот это ходатайство. Kungs apžēlojies. Господь, жалься. Jēzus nomir pie krusta. Иисус умер на кресте. Glāb Latvijas tautu. Спаси латвийский народ. Un tā aizlūkšana ir katru dienu. И вот это ходатайство каждый день. Un te ir rakstīts. Здесь написано. Kad es meklēju viņu vidū kādu. Что я искал среди них кого-то. Kas nostātos. Который бы стал. Iekavā slāvā, ja man jātulko ir, iestātos par, ja, par saviem tautiešiem. Stāv bez za svoj narod. Kā mūris. Kāk stenā. Un aizstāvētu zemi manā priekšā. Ir zašišāl bez передa mnoj etu zemi. Kā es ar savu tiesas spriedumu. Štobu ja sa svojim sudom. To galīgi nepazudinu. Nepagubil. Bet neatradu nevienu. No nenašal nikavo. Es gribu pateikt, ka mums pie tā ir jāpievērš uzmanība. Я хочу сказать, что нам надо обратить на это внимание. Tas ir nopietni. Это серьёзно. Viņš runā par tautu. Он говорит про народ. Tad iedomājies, kā tas ir, ja tie ir tavi vecāki. Ну тогда представь, как это, если твои родители. Vai tas ir tavs vīrs un sieva? Или это твой муж или жена? Vai tie ir tavi bērni? Или твои дети? Es gribu, lai mēs bišķi paskatāmies, tas ir ļoti nopietni. Это очень серьёзно. Un tad arī, kad tu iestāsies aizlūkšanā par to cilvēku. И когда ты встанешь в молитве за этого человека. Un tu zini, ka viņš var aiziet bojā un tā pazudināts. И ты знаешь, что он может погибнуть. Tad, kad tu savienosies ar lūdzēju, kurš lūdzās lūkšanā. Тогда, когда ты соединишься с молитвенником, который молится. Vienotībā. В единстве. Tev nebūs laiks, ka tavs prāts kruķījās riņķī pa kaut kādām citām lietām. Тогда у тебя не будет времени, чтобы твой ум думал о чём-то другом. Tev jāiemācās koncentrēties lūkšanā. Надо научиться концентрироваться в молитве. Ja tu iestājies par kādu aizlūkšanā. Если ты встаёшь за кого-то в ходатайстве. Tava koncentrācija ir uz to cilvēku, kas vada lūkšanu. Твоя концентрация на того человека, который ведёт молитву. Lai tu būtu vienā ar viņu. Чтобы ты был в одном с ним. Viņš lūdz. Он молится. Dzimtajā valodā. На родном языке. Bet tu domās. Но ты в мыслях. Domā viņam līdz, ko viņš lūdz. Думаешь, следишь за ним, о чём он молится. Un tu lūdzies mēlēs. И ты молишься на языках. Lai jūs esat viens vesels. Чтобы вы были одно целое. Un tā, kad jūs aiziesiet mēlēs vienā garā lūgties. И когда вы пойдёте на языках молиться в одном духе. Tu ej vadītāju. Ты идёшь за руководителем. Ja vadītājam iet garā kliedziens. И если руководитель в духе кричит. Tu kliedz līdzi. Ты кричишь вместе с ним. Nevis tu tur bu. А не ты там. Tu ej vienā garā līdzi. Ты идёшь с ним в одном духе. Tikmēr, kamēr tā lūkšana apstājās. Bet tiek pat, pakaļ tā malītva neastanovic. Bet tu seko aiz vadītāju. No ty sliedziš za rukovadītelem. Tu neskrien priekšā vadītājam. Ty ne bežiš vpiredzi rukovadītelem. Tu seko aiz. Ty sliedziš za ním. Tāpēc aiz lūkšanas vajag izvēlēties tādā laikā. Поэтому ходатайственные молитвы нужно выбрать в такое время. Un tādā vietā, и в таком месте, kur jūs varat aizlūgt, где вы можете ходатайствовать, kad ja lūkšana iet garā, если молитва идет в духе, vai tu nesaki, es nevaru tagad lūgt, man te kaimiņi no rīta, zin kā tur. Чтобы ты не говорил, что ты с утра не можешь молиться, потому что у тебя тут соседи. Tāpēc aizlūkšanas ir jāplāno un jādomā, kur un kā. Поэтому ходатайственные молитвы нужно планировать, где и когда. Tātad skaties. Tā ir skaidra nozīme, ja tā ir skaidra nozīme, mums ir jāsprot, mēs aizlūdzam, mēs iestājamies. Нам надо понять, что мы молим и ходатайствуем, мы встаем за. Un mums ir jāsprot, ka mana nostāja ir svarīga. Моя позиция, она важна. Vienmēr, pa kādu cilvēku es lūdzu, es iestājos par.
Всегда, за кого бы я ни молился, я встаю за. Tas ir svarīgi. Tātad aizlūkšana, tas ir to lūkšanu akts, ходатайство это такая такой акт молитвы, kuram no Dieva viedokļa ir tiesības, у которого с точки зрения Бога есть право, uz to, на то, lai saņemtu žēlastību priekš tā, kuram tā ir nepieciešama un vajadzīga. Чтобы получить милость для того, кому это необходимо. Tātad, tas ir lūkšana akts. Это акт молитвы. Kuram no Dieva viedokļa ir tiesības. У которого есть с точки зрения Бога. Tiesības. Право. Saņemt žēlstību. Получить милость. Priekš tā, для того, par kuru aizlūdzu. За кого идет молитва. Tātad es kā aizlūdzējs. Я как ходатай. Ej Dievu troņu priekšā. Иду перед троном Бога. Un paužu tiesības. И выражаю право. Priekš tā cilvēka. Для того человека. Par kuru es lūdzu. За кого молюсь. Lai Dievs izlēj par viņu žālstību. Чтобы Бог излил на него милость. Saprotiet? Понимаете? To ir svarīgi saprast. Это важно понять. Un to var saprast tikai tas cilvēks. И это может понять только тот человек. Kurš zin. Который знает. Ka viņš ir taisns. Что он праведный. Dievu priekšā var nākt taisns cilvēks. К Богу может приходить только праведник. Kurš ir mazgāts Kristus asinīs. Который омыт кровью Иисуса. Kurš ir nožēlojis savus grēkus. Который покаялся в своих грехах. Viņam ir pilnas tiesības nākt Dieva troņa priekšā. У него есть полное право приходить перед троном Бога. Pateicoties Jēzus Kristus upurim. Благодаря жертве Христа. Kurš nomira par maniem grēkiem pie krusta. Который умер за мои грехи на кресте. Vai par tā cilvēka grēkiem pie krusta. Или за грехи того человека на кресте. Ja tu neesi nožēlojis grēku. Если ты не покаялся в грехе. Vai tu esi sagrēkojis kaut kur pa ceļam? Или ты по дороге где-то согрешил? Un neesi savedis savu sirdi kārtībā? Я не привел свое сердце в порядок. Tu var nākt pie Dieva. Ты можешь приходить к Богу. Bet atbildi no viņa tu neseņemsi. Но ответ от него ты не получишь. Tāpēc mēs dzīvojam atklātu dzīvi. Поэтому мы живем открытой жизнью. Staigājam Dievu priekšā. Ходим перед Богом. Ne cilvēku priekšā. Не перед человеком. Un sakam visu tā, kā ir. И говорим все так, как есть. Lai mana sirds mani netiesā. Чтобы мое сердце меня не осуждало. Jo kā notiek? Потому что как происходит? Tu kaut kur sagrēko. Ты где-то согрешил. Tev ir slikti. Тебе плохо. Tu, ой, kungs, piedo. Ой, Господь, прости. Visu tā aiz ausīm aizmet. Все выкинул за... Выкинул. Un pēc tam ej Dievu priekšā un mēģinu uz masu izlūgt situāciju. И потом приходишь перед Богом и на массу пытаешься промолить ситуацию. Tu neko nevar izlūgt. Ты ничего не можешь промолить. Ja gars nevar tevī. Если духа с тобой нету. Tu nevar miesā izlūgt cilvēku. Ты не можешь по плоти промолить человека. Лūgties tu vari. Молиться ты можешь. Bet augļu nebūs. Но плодов не будет. Augļu vienkārši nebūs. Плодов просто не будет. Tā kā tu lūdzies. Когда ты молишься. Caur svēto garu Dievs sūta savus eņģeļus. Через святого духа Бог посылает своих ангелов. Kas strādā pie cilvēka tajā situācijā. Которые работают с человеком в той ситуации. Un pēc tam ir rezultāts. И потом есть результат. Bet ja tu esi sagrēkojis. Но если ты согрешил. Un tu ej un brēc pie Dieva. И ты приходишь и кричишь к Богу. Dievs uz tevi nestās, viņš paiet nost. Бог на тебя не смотрит, он отходит. Tāpēc, ka tu neej caur viņa asinīm. Потому что ты не проходишь через его кровь. Tu neesi nožēlojis grēku. Ты не покаялся. Tāpēc ir ļoti maz atbildes draudzēs. Поэтому очень мало ответов в церквях. Mēs grēkojam domās. Мы грешим в мыслях. Mēs tiesājam, nenosodam. Мы осуждаем. Mēs neatvaramies, nenesam gaismā. Мы не открываемся, мы не выносим на свет. Mums ir kauns, mēs slēpjamies. Нам стыдно, мы прячемся. Mums domājam, gan jau sanāks. И думаем, ну, может получиться. Gads paiet. Год прошел. Un nekādas izmaiņas savā dzīvē. И никаких изменений в твоей жизни. Priekšmācītājs tas ir. Для пастора это. Kad tu staigā savus ceļus. Что ты ходишь своими путями. Tu tā nepat laikā var būt draudzē. Ты в это время можешь быть в церкви. Tu var slavēt.
Ты можешь славить. Tu vari te kaut ko darīt. Что-то тут делать. Un teikt, es visu mūžu esmu atdevis kalpošanā. И говорить, что я всю жизнь отдал служению. Bet sirdī tu neesi tīrs. Но сердце ты нечистый. Tu neesi atvērts. Ты не открытый. Dievs nedarbosies pie tevis. Бог с тобой не будет работать. Tāpēc mums ir. Поэтому у нас. Ka mācekļiem. Что ученики? Ir jāiet caur krustu. Ученикам надо идти через крест. Visas savas domas все свои мысли ir jānes gaismā. Надо выносить на свет. Un jāsaka. И говорить. Kā tu iemācīsies. Как ты научишься. Un kā tu kļūsi līdzīgs. И как ты станешь похожим. Jēzum Kristum. На Иисуса Христа. Ja tu nevari atvērties mācītājiem. Если ты не можешь открыться пастору. Un pastāstīt, kā tu darbojies. И рассказать, как ты действуешь. Kā tu rīkojies. Как ты ведешь себя. Kur tu slēpies. Где ты прячешься. Mācītājs. Pastor. Vai tavs garīgais tēvs. Или твой духовный отец. Vai garīgā mamma. Или духовная мама. Viņa būs tā, kas paņems tev aiz rokas. Она будет тем, кто возьмет тебя за руку. Un izies cauri visām tavām. И проведет тебя через все. Apslēptām domām. Твои скрытые мысли. Un visu to, kur tu noklusē. И все то, что, о чем ты замалчиваешь. Lai tā, kad tu iemācīsies. Чтобы тогда, когда ты научишься. Atvērties. Открываться. Tikai tad tu varēsi iemācīt kādam bērnam. Только тогда ты сможешь научить какого-то ребенка. Savam garīgam bērnam. Своего духовного ребенка. Teikt visu tā, kā ir. Говорить все так, как есть. Ja tu pats slēpies. И ты сам прячешься. А мать нākošам tā, kā ir. А следующего учишь так, как есть. Tu nekas nesanāk. У тебя ничего не получится. Tavos vārdos nebūs spēks. В твоих силах, не, в твоих словах не будет силы. Jo teoriju tu mācies pateikt. А что теорию ты сможешь сказать? А praksē nē. А практику нет. Un rezultāts nebūs. И результата не будет. Tas ir nopietni. И это серьезно. Un mums brils pakarmē. Slava Dievam. Saproti? Понимаешь? Tāpēc tas ir svarīgi. Поэтому это важно. Tas atved pie nopietnas liedziena par to, это приводит к серьезному выводу о том, ka stāvēšana Dievu priekšā, что, когда мы стоим перед Богом, par kādu cilvēku, за какого-то человека, tas vai nu tevi kvalificē, тебя это либо квалифицирует, kā kvalificētu lūdzēju, как квалифицированного ходатая, garā, в духе, vai diskvalificē, либо дисквалифицирует. Kāpēc diskvalificē? Почему дисквалифицирует? Nav atbildes, nav rezultāta. Нет ответа, нет результата. Tas ir nopietni. Это серьезно. Un šī tēma ir priekš jaunekļiem. И это тема для юношей. Jums ir, jūs esat mācekļi, tātad jaunekļi. Вы ученики, значит, вы юноши. Kuri vēl nav nolikuši eksāmeni savā personīgā dzīvē. Которые еще не сдали экзамены своей личной жизни. Bet viņš ir jānoliek. Но их нужно сдать. Jo tad Dievs pie jums sāks nākt reāli. Потому что тогда Бог придет к вам реально, будет приходить. Tas tā ir. Это так. Viņš sāks norādīt tev, ar kādiem sirds motīviem tu domā. И он будет тебе показывать, какими мотивами сердца ты мыслишь. Par mācītāju. Про пастора. Par draudzi. Про церковь. Par saviem līdzcilvēkiem. Про своих коллег. Iedomājies, tu kaut ko sliktu domā. Представляешь, ты что-то плохое думаешь. Un tev svētais gars saka, stop. И тебе Дух Святой говорит, стоп. Не дай так. Не делай так. Es nenākšu pie tevis, ja tu tā domāsi. Я не буду к тебе приходить, если ты так будешь думать. Tas ir nopietni. Это серьезно. Tālāk. Далее. Aizlūdzēja, aizlūkšana nonāk pie Dieva. Ходатайственная молитва, она доходит до Бога. Lūdzējs par to, par ko viņš lūdz. Ходатай за то, за что он молится. Virza to pie Dieva, lai aizstāvētu to. Направляет это к Богу, чтобы это защищать. Tātad, ja mēs aizlūkšanā lūdzam par kādu cilvēku, поэтому, если мы в ходатайстве молимся за какого-то человека, mēs lūdzam pēc Dieva vārda. Мы молимся по слову. Lai Dievs izlēja savu žēlstību, piemēram. Например, чтобы Бог излил свою милость. Ir tāda rakstu vieta. Есть такое место писания. Jo no žēlastības mēs esam izglābti ticībā. Потому что по милости мы спасены в вере. Un tas nav no mums. И это не от нас. Tā ir Dieva dāvana. Это Божий дар. Tātad mums vajadzīgs tāds pants. Поэтому нам нужен этот стих. Ja mēs по кого лудзам. Если за кого-то молимся. Сам кунг жалостиба. И говорим, Господь, милость. Излей свою жалостиб. Излей свою милость.
Jo tas nav no mums. Потому что это не от нас. Mēs paši par sevi nevaram izglābties. Мы сами по себе не можем спастись. Es pats nevaru izglābties. Я сам не могу спастись. Tas cilvēks, par ko es lūdzu, nevar izglābties. Этот человек, за которого я молюсь, не может спастись. Bet ja tu izlies savu žēlstību, то если ты изольешь свою милость, viņš tavs glābs. Он будет спасен. Реал лукшен. Реальная молитва. Kas notiek? Что происходит? Tu Dievam pateici sejā. Ты Богу говоришь в лицо. Viņa paša vārdu. Его же слово. Ko viņš ir ierakstījis Dieva vārdā. Который он написал в Божьем слове. Un Bībelē teiks, ka viņš savu vārdu ir uzlicis augstāk par jebko. И в Библии говорится, что он слово свое поставил выше, чем что-либо. Tātad, ja es nāku un lūdzu ar viņa vārdu. Поэтому, если я иду и молюсь его словом. Un viņa vārds ir augstāks par to, ko viņš ir, nu, to, ko viņš ir darīt. И его слово, оно выше даже того, что он хочет делать. Tāpat, ja viņš ir sadusmojies uz to cilvēku. То даже если он разгневался на этого человека. Dievs izlies par viņu žēlstību. Бог изольет на него благодать. Tāpēc, ka tas ir viņa vārdā. Потому что это в его слове. Saprotiet? Понимаете? Jums tas ir jāapzinās. Вам это нужно осознать. Līdz ar to tev lūkšana izmainīsies. Вместе с этим у тебя поменяется молитва. Nekas nevar izglābties. Никто не может спастись. Ja nav viņa žēlstības. Если нет его благодати. Vēl Dieva vārdā ir teikts. Еще в слове сказано. Neviens nevar nākt pie Dieva. Никто не может прийти к Богу. Ja viņu nevelk tēvs. Если его не влечет отец. Tu neatnāks pie glābšanas. Ты не придешь к спасению. Kungs izlej savu žēlstību. Господь излей свою благодать. Par to un to un to. На того, на того и на того. Lai viņš atnāk pie Dieva. Чтобы он пришел к Богу. Tev ir jāzina vārds. Tebe nužina znaet slova. Ja tu lūdzies pēc savas gribas labās. Если ты молишься по своей воле. Bet tu nezini vārdu. Но ты не знаешь слова. Tev būs vienkārši tukša pļāpāšana. У тебя просто будет пустая болтовня. Tie, kas pie Dieva griežas. Те, кто обращаются к Богу. Nāk ticēt, ka viņš ir. Им приходится верить, что он есть. Un tiem, kas viņu meklē. И тем, кто его ищет. Viņš atmaksā. Он отплачивает. Viņš atmaksā. Он отплачивает. Tas nozīmē, ka tu nāc pie Dieva. Это означает, что ты приходишь к Богу. Tu meklē viņa vārdā. Ты ищешь его по слову. Un visam stāv Dieva priekšā un lūdz palīdzību vai žēlstību kādam. Потом стоишь перед Богом и молишься о благодати, для милости для кого-то. Tas ir kā apsolījums. Это как обетование. Ja tu viņu meklē. Если ты его ищешь. Kaut vai priekš kāda cita. Хотя бы для кого-то другого. Viņš tev atmaksās. Он тебе отплатит. Tas ir vārdā rakstīts. Это в слове написано. Ņem to par piemēru priekš sevis. Возьми это как пример для себя. Tas ir svarīgi. Это важно. Tu taču lūdz par jauniem cilvēkiem. Ты же молишься за новых людей. Lai Dievs glābjās. Lai Dievs glāb viņus. Чтобы Бог спасал их. Reku tev vārds no debesīm. Вот слово с небес для тебя. Dievs nevar pateikt, nē, nu es pajokoju. Ну, Бог не может сказать, ну я пошутил. Saprotiet? Понимаете? Un tad mēs iziesim cauri vienam stāstam. Сейчас мы пройдем через один рассказ. Visi zin, ka ir tāda Esteres grāmata. Все знают, что есть такая книга Есфирь. Un Esteres grāmata parāda mums varenu bībelisku analogu. Knīga Esteres pokazala для нас veliki biblijski analog. Par aizlūdzēju funkcijām. Par funkciju hadātaju. Tātad es bišķīt palasīšu un pakomentēšu. Я немного почитаю, покомментирую. Un varbūt šovakar vakarā. И может быть сегодня вечером. Kad mēs beigsim. Kada zakončim. Mēs varam uzlikt filmu par Esteri. Мы можем поставить фильм про Есфирь. Viņa ir ļoti laba. Ну, очень хороший. Tu redzēs bībelisku piemēru reāli uz ekrāna. Ты увидишь реальный пример библейский. Tātad, pats notikums ir plaši pazīstams. И само событие, оно известно. Varenais Persijas ķēniņš. Великий персидский царь. Kurš valdīja 400 gadus pirms Kristus dzimšanas. Который управлял за 400 лет до рождения Христа. Viņu sauca Artaxerks. Его звали Артаксеркс. Артаксерк. Серк. Серк какой-то. Артаксерк. Винч парвалди и вису стуго сауструмус.
И он управлял всем ближним востоком. Sākot no Indijas līdz Etiopijai. Начиная с Индии, заканчивая Эфиопией. Artaserks iemīlis skaistā ebreju meitenē vārdā Ester. И Артасерк влюбился в красивую еврейскую девочку Эсфир. Un dara to par ķēniņieni. И сделал ее царицей. Nezinot to, ka tā ir jūdiete. Не зная то, что она еврейка. Tikmēr augstais princis Amans. Как только великий этот Васильев. Принц Аман, kurš bija tuvu ķēniņam, который был близок к царю, saniknojās, рассердился, ka Esteres tēvocis Mordohais, что отчим Эсфир Мордохей, atsakās viņam paklanīties. Отказался поклоняться ему. Ну, agrāk bija tā, kad augstmeņi gāja. Раньше было так, когда шли. Ну, вельможи, великие. Tev bija jākonās viņu priekšā. Tebe nada bila klāņaca pēc ņīmi. Un ko tas nozīmē? Što ita značāja? Tas nozīmē, ja tu paklonies viņam. Это означает, если ты поклонился ему. Tu atbalsti viņu kultūru. Ты поддерживаешь его культуру. Tu atbalsti visu viņu grēkus. Поддерживаешь все грехи. Jā. Tu atbalsti viņu, tu saka, vo, tas viss ir baigi labi. Ты поддерживаешь его, ты говоришь, все круто. Bet ebrejiem bija. Ну, евреев было. Likums. Закон. Vienīgais, kura priekšā tu varēji klanīties. Единственное, перед кем ты можешь поклоняться. Tas bija Dievs. Это был Бог. Tātad, ja tu neesi Dievs. Если ты не Бог. Tu esi pagāns. Ты язычник. Vai, ja tu neesi Dieva izredzētais. Если ты не избранный Богом. Un, ja es paklonos tev. Если я тебе поклонюсь. Tad es pielūzu visu apkārtējo. То я поклоняюсь всему остальному. Es paklonos tikai Dievam. Я поклоняюсь только Богу. Tas nozīmē, ka es tavā priekšā nepaklonīšos. Это означает, что я не поклонюсь перед тобой. Mūsdienās ir nedaudz savādāk. Наши дни немного по-другому. Katram pēc savas ticības mēra. Каждому по мере веры его. Ja tu pieņem apdievību. Если ты принимаешь это поклонство. Ну, tas jau nav nekas briesmīgs, normāli, tur horoskops policija. Ну, ничего такого страшного, нормально почитать гороскоп. Vai tur, ну, normāli. Нормально. Ar vienu vārdu normāli. Одним словом нормально. Tu поклонies tam. Ты этому поклоняешься. Pie mums ir viss savādāk. У нас все по-другому. Man citreiz labāk būtu, lai te būtu Latvijā uz katru stūru kaut kādu elku koki. Иногда лучше было бы, чтобы на каждом углу Латвии были идолы деревья. Jā, идолы kaut kādu. Идолы, деревянные идолы. Un tev saka, klanies. И тебе говорят, ты поклоняйся. А saka, nē, neklanīšos. А ты говоришь, не буду поклоняться. Tik vienkārši pagāju garām, nepoklanījies. Просто прошел, так легко, прошел мимо и не поклонился. Mums ir daudz savādāk. У нас по-другому. Ну, лук, un kas tarp tālāk notiek? И что далее происходит? Uzzinot, ka Mordohais ir jūds, uznāv, što Mordohai это еврей, Amans, lai atrieptos, Amans, чтобы отомстить, izplānoja plānu, он запланировал план, iznīcināt, уничтожить, nogalināt, убить, nomaitāt un izdeldēt, разрушить, visus jūdus, всех евреев, par visiem Persijas novadiem, по всем областям Персии, Sačipot visu. Sačipirot всех. Vienkārši, nafig vajadzīgi tādu. Nafig, nu što? Piedošana, tad man versija. Maja versija. Viņš izdomā plānu. Он придумал план. Skaties, tas ir valdībā. Смотри, это правление, управление. Это правительство. Ķēniņš. Царь. Персijas valdnieks. Персидский царь. Mūsējais pagaidām nestāv līdziņam. Наш пока с ним не сравнится. Jā, un... Ministru kabinets. И кабинет министров. Изплано плану. Запланировали план. Ликвидировать тауту. Ликвидировать народ. Как ты думаешь, но при этом тогда проблема? Как ты думаешь, серьезная проблема? Вот мумс, мумс для нас, что для нас? Но при этом тогда проблема. В наших дней это серьезная проблема. Эстерс грамот, треша нодаль, 13 панц. Есфирь, 3 глава, 13 стих. Un tur ir rakstīts. И там написано. Vēstules izsūtīja ar skrējējiem uz visām ķēniņa zemēm, lai iznīcinātu, nokautu un izdeldētu visus jūdus no zēna līdz sirmgalvim, mazus bērnus un sievas, vienā dienā, proti 12. Mēneša 13. Dienā, kas ir Ādara mēnesis, un arī lai nolaupītu viņu mantu.
Есфирь 3.13. «И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день. В 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Тайц капец. Мордохай Сузин по Амана плану. И Мордохей узнал о плане Амана. Он праса Эстерей. И спрашивал Эсфирь. И остапьес про саву тауту. Стать за свой народ. Та лайка нуликуми. И правила того времени. Не ляу невенам. Не позволяли никому. Потенининой. Даже царице. Будет пар тикшинас инициатора тенин. Быть инициатором встречи с царем. Ko tas nozīmē? Что это означает? Tanī laikā. В то время. Ķēniņiene. Царица. Nevarēja aiziet, ja viņu ķēniņš neuzaicināja uz tikšanos. Не могла прийти, если царь ее не пригласил на встречу. Ja viņa iet uz savu galvu. Если она идет на свою голову. Tas viņai draud ar nāvi. Это грозит ей умереть. Ja domājies? Представляешь? Vienīgais variants. Единственный вариант. Ja tu aizēji. Если ты пошел. Un ķēniņš izstiepa pret teviem savu zizli. И царь вытянул руку со своим жезлом. Tas tev paglābi. Это тебя спасает. Ну, так, как тāda жалостība ir. Ну, такая, как милость. Bet ja nē. А если нет? Nāves sods. Смерть. Valsts līmenī tas На уровне государства. Un tad tu iedomājies tagad. И теперь представь. Ka Mordohais. Что Мордохей. Узин по то плану. Узнав об этом плане. Un viņš saka tai. Ķēniņienē. И он говорит царице. Klausies, ja tu neaizies pie ķēniņa. Послушай, если ты не пойдешь к царю. Mūs viss nogalinās. Nos всех убьют. А viņai tas nozīmē. А для нее это означало. Iet pašnāvībā. Пойти на самоубийство. Ja viņu nepažēlos. Если, ну, не смилостивятся над ней. Ar viņu cauri. С ней конец. Nogalinās gan viņu, gan visu pārējās. Как ее убьют, так и всех остальных. Izvēle. Выбор. Ja es neeju. Если я не иду. Tautu te nogalinās. Народ te убьют. Bet es palikšu dzīvs. Nu, ja останусь жив. Ko tu darīsi tādā? Un tas ir tā, tas, tagad tas skar tavu dzīvi. Когда это касается твоей жизни. Tad tu tā sēdi un klusē. Tad ты сидишь и молчишь. Tāpēc, ka, nu, ej, nu sazini, ko darīt. Потому что, ну, пойди, пойми, что делать. Skaties. Ar ķēniņu varēja runāt tikai tad, kad viņš pirmais uzrunāja. So, cariem možno bylo govorit tolika tagad, kad on pirmai zagavarīvāl. Šā nolikuma neievērošana. Nesabrēdienie etava pravila. Vai pārkāpšana nesa līdz nāves spriedumu. Eta šla, za etim sliedavāl smiertnē kaizni. Jā. Bet Estere riskēja ar savu dzīvību. No, Esfiri riskavāla svoju žizni. Un pastāstīja ķēniņam. И рассказала царю par Amanu ļaunajiem nodomiem. Про замыслы, злые замыслы Амана. Ķēniņš norēģēja labvēlīgi. Nu, царь среагировал доброжелательно. Viņš sodīja Amanu. Он наказал Амана. Un izdeva pavēlu visā Persijā. И выдал приказ во всей Персии. Pateicoties tam, visa jūdu tauta tika izglābta. И благодаря этому весь еврейский народ был спасен. Kādā veidā tas ir aizlūkšanas analogs? В каком виде это является аналогом ходатайства? Un tūlīt mēs paskatīsimies, kādā veidā tas ir. И сейчас посмотрим, как это есть. Vēl viena lieta, kas jums jāsaprot. Еще одна вещь, которую нужно вам понять. Aizlūkšana. Ходатайство? Tā nav manipulācija. Это не манипуляция. Ar Dievu. С Богом. Un ar konkrētiem Dieva uzstādījumiem. И с конкретными Божьими установками. Tu nāc pie Dieva no tīras sirds. Ты приходишь к Богу с чистым сердцем. Zinot par apsolījumiem. Знай про обетование. Un iestājies. И встаешь. Nevis tāpēc, ka tu iedzen Dievu stūrī. Не потому, что ты хочешь загнать Бога в угол. Tāpēc, ka viņa vārds tā saka. Потому, что его слово так говорит. Bet tu nāc ar tīras sirds un saka, kungs. Ну, ты говоришь, приходишь с чистым сердцем, говоришь, Господь. Tavs vārds saka. Твое слово говорит. Par glābšanu tā. Про спасение так. Dievs, es nevaru neko citu, es negribu neko citu izdomāt. Бог, я не хочу ничего другого придумывать. Es negribu tevi iedzīt stūrī. Я не хочу загнать тебя в угол. Bet, kungs, ja tu gribi glābt savu tautu. Господь, ну, если ты хочешь спасать свой народ. Apžēlojies. Помилуй. Bez tavas žēlstības nekas nenotiks. Твоей милости ничего не происходит.
не произойдет. Не произойдет. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi saprast. Поэтому это очень важно понять. Kad tu nāc ar sirdi tīru pie Dieva. Когда ты приходишь с чистым сердцем к Богу. Tu nenāc kā manipulators. Ты не приходишь как манипулятор. Iedzenot Dievu stūrī. Загоняя Бога в угол. Tu nāc ar tīru sirdi. Ты приходишь с чистым сердцем. Skaties. Смотри. Pirmkārt. Во-первых. Ķēniņš Artaxerks. Царь Артаксеркс. Tajā laikā. В то время. Tā bija politiskā vara. Это была политическая власть. Tajā jomā viņš bija visvarens savā karalistē. В этой части он был всемогущим в своем королевстве. Nu, kā ķēniņš. Nu, как царь. Ja? Ļaunā attieksmē viņš demonstrē Dievu. Он демонстрировал Бога в плохом, в злом аспекте. Mēs tūlīt redzēsim, kāpēc. Tas būs attiecībā pret Amanu, ja? Jo, отношении к Аману. Jo Dievs ir taisnīgs. Потому что Бог, он праведный. Ja? Amans demonstrē Sātanu. А Аман демонстрировал дьявола, Сатану. Kā tas izskatās? Как это выглядело? Man nepatīk, ka tu man nepaklanies. Мне не нравится, что ты мне не поклонился. Un es izdomāšu veidu, kā tevi nolikt pie vietas. Я придумаю, как тебя поставить на место. Un ne tikai tevi vienu Mordohaju. Не только тебя одного Мордохея. Es visu tavu tautu iznīcināšu. Я весь твой народ уничтожу. Ko Dieva vārds saka pa velnu? Что слово говорит про дьявола? Sātans atnāca, lai nokautu. Дьявол пришел, чтобы украсть. Убить и погубить. Jā, nokautu, nomaitātu, ja un iznīcinātu. Nu, šeit Amans. Здесь Аман. Ja mēs skatāmies garīgi. Если мы смотрим духовно. Viņš bija ļoti lepns. Он был гордый. Viņam atnāca doma no velna. Ему пришла мысль от дьявола. Nogalināt Mordohaju. Убить Мордохея. Un iesēja viņam domu nogalināt un iznīcināt visu tautu. И посеял в него мысль убить и уничтожить весь народ. Un viņš to pieņēma. И он это принял. Un viņš pēc tā rīkojās. И он поэтому действовал. Tātad. Esteri, viņš gribēja nogalināt, nozagt un pazudināt arī Esteri. Он также хотел убить, украсть и погубить также Есфирь. Jo Esteri tur ir parādīta. Потому что Есфирь там показана. Viņi iestājās par savu tautu. Она встала за свой народ. Viņi ir aizlūdzēji. Она ходатай. Tātad velnam nepatīk aizlūdzēji. И дьяволу не нравится ходатай. To vajag saprast priekšreiz. Это для себя нужно понять. Tātad Esteri aizlūdzēju. Es fīr. Tā, kura iestājas, lai aizstāvētu savu tautu. Была тем, кто встал за свой народ. Un pastāvēt līdz galam. И стояла до конца. Ko tas nozīmē līdz galam? Что означает до конца? Līdz pilnīgai uzvarai. До полной победы. Kad izmainās situācija. Когда поменяется ситуация. Tātad Mordohais. Мордохей. Šeit parādās kā svētā gara lomā. Показан как в роли Духа Святого. Pasludinot Dievu prātu Esterei. Чтобы проповедовать Божью волю для Есфирь. Чтобы провозгласить Слово Божье для Есфирь. Волю для Есфирь. Tātad Mordohais uzzināja. Мордохей узнал. Kāda problēma būs ar tautu. Какая проблема будет с народом. Viņš pasauc Esteri. Он позвал Есфирь. Un viņš viņai atklāja. И он открыл ей. Kāds ir Dieva prāts. Какая есть Божья воля. Glābt tautu. Спасать народ. Ja? Un viņa kā aizlūdzēja. И она как ходатай. Gāja pie ķēniņa. Шла к царю. Neskatoties uz to. Несмотря на то. Ka tas viņai maksāja dzīvību. Что это могло стоить ей жизни. Tātad skaties. Теперь смотри. Aizlūdzēji. Kādiem jābūt aizlūdzējiem? Какие должны быть ходатай? Līdzīgiem Esterei. Похожие на Есфирь. Эстера bija pazemīga. Есфирь была смиренной. Nevis augstprātīga. А не высокомерной. Viņa pakļāvās varai. Она поклонялась власти. Она покорялась. Подчинялась власти. Jā. Viņa bija vērsta uz Dieva balsi. Она была направлена на Божий голос. Un gribēja būt paklausīga. И хотела быть послушной. Tam, ko dzirdēja. Тому, что слышала. Un bija gatava riskēt ar savu dzīvību. И была готова рисковать своей жизнью. Kad mēs lūdzam par kādu. Когда мы молимся за кого-то.
Mums ir jābūt gataviem riskēt. Нам надо быть готовыми рисковать. Не только ir savu dzīvi. Не только своей жизнью. Bet ar savu laiku. Но своим временем. Kas man ir tik dārgs. Который так дорого для меня. Kura man nekad nav. Которого никогда у меня нету. Priekš lūkšanām. Для молитвы. Viņa bija atkarīga no tā. Она была зависима от того. Ko mēs tagad saucam par Kristus miesu. Что мы сейчас называем телом Христа. Par un draudzi. Церковь. Un prasīja jūdus atbalstīt viņu gavēnī un lūkšanās. Я просила евреев поддержать её в молитвах и в посте. Jā. Viņa trīs dienas gavēja arī pati. Она и сама три дня постилась. Un pēc tam sajūtot garīgu signālu. И затем почувствовал духовный сигнал. Jeb kā mēs sakam, Svētais Gars uzrunāja. Или когда мы говорим, вот Дух Святой проговорил. Viņa bija gatava riskēt. Она была готова рисковать. Un teica. И говорила. Esteres grāmatā 4. Nodaļā 16. Pantā. Есфирь 4:16. Un te ir tādi vārdi rakstīti. И там такие слова написаны. Iešu es pie ķēniņa, kaut arī tas ir pret likumu. Un ja iešu bojā, tad iešu bojā. Вторая половина. Ешь из петельня. Пойду я к царю. А потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Скатись. Смотри. Тас ир пред ликуму. Это против закона. Камум сир валсти. Как у нас в государстве. Мумс, ко сака мусу христиеши. Что говорят наши христиане? Tu nedrīkst pretoties varai. Ты не можешь стоять против закона. Bībelē ir rakstīts. Bībelē napisana. Ir momenti. Есть моменты. Kad vara ir velna rokās. Когда власть в руках дьявола. Un velns tur dara savus netīros darbus. И дьявол там делает свои нечистые дела. Un ir moments, kad Dievs paceļ cilvēkus. И есть моменты, когда Бог поднимает людей. Kuri nostājās pretīm un iet pret varu. Которые встают напротив и идут против власти. Pat ja tas viņiem draud ar 2000 eiro sodu naudu. Даже если это угрожает ему штраф 2000 евро. Vai krimināla atbildība. Или криминальная ответственность. Saprotiet? Понимаете? Priekš tā, lai Dieva vārds tiktu pasludināts. Для того, чтобы слово Божье было проповедано. Bet šeit ir ļoti svarīgi saprast. Но здесь важно понять. Tu ej tad, kad tev Dievs to liek. Ты идёшь тогда, когда Бог тебе говорит. O, mācītājs Aigars teica. O, pastor Aigars сказал. Ar visu šito koronavīrus tagad. Сейчас вот со всем этим коронавирусом. Es tu iešu pie valdības, pateikšu viņiem, kur viņa vieta ir. Я сейчас пойду к правительству и скажу, где их место. Lai Dievs atnāk un tur visu sakārto visu. Чтобы туда пришёл Бог и всё привёл в порядок. Es neaicinu tev uz bardaku. Я не призываю тебя к бардаку. Un lielāko ties, tas varbūt tās nebūs tev jāiet. И в большей степени это не тебе надо будет идти. Tur vajadzēs iet Dievu vīriem, mācītājiem ar stāžu. Там надо будет идти Божьим людям, пасторам со стажем. Kuriem Dievs pateiks, tev ir jāiet. Которым Бог скажет, тебе надо идти. Un viņam nāksies nolikt eksāmenu. И им придется сдавать экзамены. Tāpēc, ka tās prasīs viņu reputāciju. Потому что это будет спрашивать его репутацию. Būs pilns Facebooks ar tādu mācītāju. И будет полный Facebook с такими пасторами. Kurš aizgāja un pateica kaut ko. Которые пошли и что-то сказали. Saproti, tas nopietni ir. И это серьезно. Tur bērni neiet. Туда дети не идут. Tur iet pieauguši tēvi. Туда идут взрослые отцы. Pieļauj arī jaunekļi, kuri ir garā stipri un uzvarējuši velnu. А также допустимо, чтобы юноши, которые победили дьявола, и Un kas notika tālāk? Что происходит дальше? Kad Estere tuvojās pie ķēniņa troņa, когда Эстер приближалась к трону царя, tā tika pieņemta, jo viņu ar ķēniņu saistīja mīlestības attiecības. То она была принята, потому что их связывали любовные отношения с царем. Īpaši intīmas attiecības ar Dievu. И особенно интимные отношения с Богом. Ļoti svarīga aizlūkšanas sastāvdaļa. Это очень важная составная часть в ходатайстве. Ja tev Dievs kaut kur sūtīs pie kāda ķēniņa, если Бог тебя пошлёт к какому-то царю, tu noteikti neies aiz naidu un dusmām.
ты определенно не пойдешь из ненависти и из злости. Kā viņš var ar tautu šitā rīkoties? Как он мог действовать с народом? Tu ies pazemībā. Ты пойдешь в смирении. Un mīlestībā. И в любви. Tad Dievs būs ar tevi. Тогда Бог будет с тобой. Ja tas ir naidā, dusmās, если это в ненависти, tiesāšanā un nosodīšanā, в осуждении, tu būsi sakauts. Ты будешь поражен. Jo Dievs ir mīlestība. Потому что Бог есть любовь. Ja mēs iestājāmies par tautu, если мы встаем за народ, tad aiz mīlestības, то из-за любви, lai viņi neaiziet bojā, чтобы они не погибли. Ja tu mīli, если ты любишь, tu būsi pazemīgs, ты будешь смиренным, tāpat laikā tu varēsi pateikt taisnību tā kā ir. А в то же самое время ты сможешь сказать правду, как оно есть. Bet tu nebūsi dusmās un tu nebūsi haosā. Но ты не будешь в гневе и в хаосе. Tātad, īpaši intīmas attiecības ar Dievu. Особенно интимные отношения с Богом. Tā ir ļoti svarīga aizlūkšanas sastāvdaļa. Очень важная составная часть ходатайства. Kad tu iestājies par kādu cilvēku un aizlūdz par viņu. Когда ты встаёшь за какого-то человека и ходатайствуешь за него. Tāpēc, ka Dieva mīlestība būs tevī. Потому что Божья любовь в тебе. Tāpēc, ka tu zini. Потому что ты знаешь. Ja tu pa viņu neaizlūksi. Если ты за него не будешь ходатайствовать. Un neaizstāvēs viņu. Не будешь его защищать. Viņš aizies bojā. Он погибнет. Kā rezultātā ķēniņš izmantoja visu savu spēku. В результате царь использовал всю свою силу. Priekš tā, lai atbrīvotu Dieva tautu. Для того, чтобы освободить Божий народ. Kā liecina šodienas aizlūdzēji. Как свидетельствуют сегодняшние ходатаи. Pati augstākā aizlūdzēju kalpošanas atzīme. Самое высокое служение, значение служения. Ir Tēva mīlestība. Самое высокое центр служения. Служение – это любовь Отца. Un iespēja redzēt, kā Dieva spēks atbrīvojas viņu sadarbības procesā. И возможность видеть, как Божья сила высвобождается в процессе сотрудничества. Ko tas nozīmē? Что это означает? Tas nozīmē, ka tā, ka tu lūdz. Это означает, что когда ты молишься. Mīlestībā. В любви. Dievs izlej savu spēku. Бог изливает свою силу. Пар то цілувеку. На этого человека. Un tu redzi, kā Dieva mīlestība viņu izglābi. И ты видишь, как Божья любовь его спасает. Tas ir tas. Вот это есть. Svarīgākais un augstākais punkts. Это вот самый важный пункт. Kuram jābūt un tevi jāvirza. Который должен быть и который должен тебя направлять. Lūkšanā par radiem. В молитве за родственников. Lūkšanā par taviem tuvajiem. В молитве за твоих близких. Lūkšanā par Latvijas tautu kā tādu. И в молитве за латвийский народ как таковой. Un visu pasauli kopumā ņemot. И включая весь мир. Tas cilvēks, kas tā dara. И человек, который так делает. Tas ir aizlūdzējis. Это ходатай. Un Dievs ir viņa pusē. И Бог на его стороне. Dievs ar viņu iet ikdienā. Бог с ним идет каждый день. Tāpēc, ka viņa skatiens ir vērsts caur mīlestību. Потому что его взгляд направлен через любовь. Un šeit nav mīlestība parādīta kā. Здесь любовь не показана как. Ути-пути. Ути-пути. Nu ай, nu аллилуйя. Un smiekliņi, mēs mīlam viens otru. Nā, sūdīmaši, mēs mīlam druga druga. Tā nav tāda mīlestība. Это не такая любовь. Šeit ir mīlestība, kas iet pret straumi. Это любовь, которая идет против течения. Viņa ir stingra. Она строгая. Viņa ir noteikta. Она определенная. Viņa ir mērķtiecīga. Она целеустремленная. Viņa ir atbildība, atbildīga. Ответственная. Un viņa iet līdz galam. Она идет до конца.